Желание легко обогатиться заставляет злоумышленников прибегать к новым уловкам и схемам, которые позволяют списывать деньги со счета без ведома владельца. Так, на прошедшей неделе неизвестный похитил с банковского счета саровчанина около 300 тысяч рублей. Звонков заявителю никаких не поступало, лишь пришло уведомление с приложения онлайн-банка о том, что произошла ошибка входа, а после, спустя буквально несколько минут, ему уже пришли сообщения о списании денежных средств. Водитель ВАЗ-2115 нарушил спокойствие жителей дома 10 по улице Карла Маркса. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался по двору на большой скорости и с ревом оторванного глушителя. Увидев оперативно прибывших сотрудников ДПС, водитель испугался, не справился с управлением и налетел на забор палисада. Он был сразу же там и задержан, направлен на медицинское свидетельствование. Сначала на свидетельствование, а свидетельствование показало наличие алкоголя. Соответственно, было оформлено. В трех ДТП на прошедшей неделе пострадали люди. На улице Силкина водитель Volkswagen Touareg столкнулся с машиной Skoda Octavia. От удара автомобиль Volkswagen отлетел на несколько метров и опрокинулся на бок. В результате ДТП водитель автомашины Skoda Octavia и его пассажирка 2001 года рождения получили телесные повреждения в виде ушибов. По данному факту возбуждено административное расследование. Вот по его окончании мы примем законные и обоснованные процессуальные решения. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 103 нарушения ПДД. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.